Всем привет, с вами Богдан Каузан. И сегодня мы с вами находимся на дне открытых дверей в учебном городке номер 7 по адресу Двинская, 5/7. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова – это не просто образовательное учреждение, это исторический ковчег знаний, в котором развивается, воплощается и передается наследие морских и речных традиций. Здесь каждый шаг наполнен стремлением к новым горизонтам знаний, к поиску новаторских решений в области морской и речной индустрии. Этот университет – место, где встречаются традиции прошлого и инновации будущего. Событие, которое прошло в последнее воскресенье ноября, оказалось не только важным мероприятием, но и настоящим путеводителем для будущих абитуриентов. Первый день открытых дверей в этом учебном году предоставил уникальную возможность встретиться с атмосферой университета, почувствовать его дух и получить первичное представление о будущем учебном пути. Администрация университета и представители работодателей взяли слово, рассказывая о ключевых аспектах поступления в 2024 году. Мы точно увеличим свой флот, то есть нам однозначно нужны будут моряки, нам нужны логисты, нам нужны экономисты, нам нужны специалисты по международной юридической и торговой деятельности. Это было не только информационное занятие, но и возможность получить вдохновение от выступлений тех, кто уже прошел через портал вузовской жизни. Важные вопросы будущих студентов нашли свои ответы, а прозрачность и доступность информации о поступлении стали залогом успешного выбора образовательного пути. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сегодня на Дне открытых дверей, который первый в этом учебном году мы организовали. Мы думаем, что День открытых дверей – это всегда останется важной традицией во всех вузах, какие бы инновации мы не преследовали, потому что это единственная возможность и родителям, и ученикам, будущим студентам познакомиться со стенами того учебного заведения, куда они пришли на День открытых дверей, поговорить с глазу на глаз с представителями кафедр, с директорами институтов, с ответственным сектором приемной комиссии, задать наболевшие вопросы. На то они открытые двери, да? Сегодня мы попытались еще в интерактивной составляющей как-то открыть дельные компетенции, связанные с профессиональным выбором нашим гостям. Надеюсь, им понравится. Ну и приглашаем вас на другие наши мероприятия. В конце учебного года будут новые правила приема, и я думаю, последний день открытых дверей нужно обязательно не пропустить. Не менее ценным моментом стал интерактивный формат общения. В этот день каждый посетитель стал путешественником в удивительном мире знаний, где каждый шаг наполнен новыми открытиями, встречами с талантливыми преподавателями, студентами-энтузиастами и директорами институтов, готовыми поделиться своим опытом и вдохновить на свершение. Открывшиеся двери не только предоставили знания, но и стали площадкой для обмена опытом и взаимодействия с будущими коллегами. Мы имеем возможность разговаривать с нашими будущими абитуриентами и их родителями, рассказать о тех профессиях, которым мы обучаем, и какие перспективы, каков порядок обучения, что получится в результате, где они будут проходить практику, где они будут работать и кем. И какова жизненная перспектива, то есть от первичной должности до, ну, министра транспорта, например. И какие-нибудь пожелания? Пожелания? Ну, сейчас первое – выбрать профессию и каким-то образом утвердиться в своем выборе. Сосредоточить усилия на своей подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Добиться наивысших результатов, и чем больше будут ваши результаты, тем больше у вас будет возможности выбора и шансы поступить на избранную специальность. И мы вас ждем. День открытых дверей – это светлый портал в мир знаний и возможностей. Это момент, когда учебные заведения распахивают свои двери для всех жаждущих узнать больше, почувствовать атмосферу учебного процесса и вдохновиться возможностями, которые предоставляет образование. На этом все.
Регистрируйтесь на следующий день открытых дверей, который пройдет 28 января. Форму для регистрации вы сможете найти в группе ГУМРФ ВКонтакте. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!